холле Видновской школы номер 2 была расположена выставка участников второго открытого фестиваля «Мой мир начинается с мамы», организатором которого стал Центр детского творчества «Импульс». Этот конкурс мы проводили лет 5 только внутри своего учреждения. Сначала ко Дню матери, потом к 8 марта. И участников, у нас очень много детей занимается, и участников этого конкурса было очень много. И поэтому мы решили предложить округу и всем детям участвовать в этом замечательном, на наш взгляд, конкурсе. Здесь были представлены работы художественного и декоративно-прикладного творчества. Среди них картины и поделки. Все они были посвящены мамам участников фестиваля. Я сделала глиняную игрушку. Там состояла композиция из мужчины и женщины. У женщины на руках был ребенок. Тематика конкурса имеет большое значение, ведь речь идет о материнстве и важности семейных ценностей. В христианстве к маме особое отношение, потому что мы знаем самый главный образ исполненной нежности и красоты, образ матери, это образ Богородицы. Вот, поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы в обществе, среди детей, среди семей был такой правильный взгляд. Сами мамы, посетившие фестиваль, остались под впечатлением от увиденного. Как всегда, у «Импульса» совершенно восхитительные выставки. Дети гениальные. Я своих тоже имею в виду. У меня дети с 3 лет в «Импульс» ходят старшие. В актовом зале школы подвели итоги и наградили победителей. Члены жюри оценивали работы по разным номинациям. На сцене были показаны номера участников вокального конкурса и исполнителей в жанре «Художественное слово». Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.